На большую яму посреди тротуара жалуются жители Кировского округа. По их словам, землю раскопали еще зимой, а вот закапывать обратно никто не спешит. В итоге в яме, которая находится возле дома номер 69 по улице Димитрова, постоянно скапливается мусор, туда же скидывают и трупы сбитых животных. Также в нее могут упасть дети. По нашим данным, яму раскопали в поисках обрыва кабеля. Его нашли, проблему устранили, но обратно яму не закопали. По информации чиновников администрации Кировского округа, никто к ним за ордером на производство работ не обращался, а значит, велись они незаконно. Нами был направлен запрос в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска для выяснения, чьи все-таки сети проходят на данном участке. Так как эта информация является секретной, после получения информации о владельце сетей, нами будут приняты меры административного воздействия в отношении владельцев данных лиц, проводивших работы без ордера, либо телефонограммы. Штрафы от 10 до 100 тысяч на юридических лиц предусмотрены.